7 докладов по 20 минут. 8-я научно-практическая конференция «Истории современность» проходит по плану, только в новом формате, онлайн. Впрочем, на целях мероприятий это никак не отразилось. Из года в год краеведы собираются, чтобы как можно больше человек узнали подробности об истории Малой Родины. Миссия нашей конференции, миссия тех, кто участвует в краеведческом движении, это действительно научно-популярные, нести научно-популярные знания в массы, рассказывать о тех интересных моментах, пластах истории, событиях, местах, которые есть именно здесь у нас, в нашем родном крае. Открыла конференцию Мария Лобанова. Еще до пандемии коронавируса краевед из Галицына задумала проект «10 фактов о твоей улице». Он посвящен 150-му дню рождения города. Эта дата взята от открытия железной дороги Московско-Смоленской ветки в 1870 году. Очень такое действительно важное событие, которое, в общем-то, действительно положило основу нашим местам, развитию наших мест. И мне не хотелось бы, чтобы этот юбилей как-то затерялся. Работа в архивах и в сетевых источниках, консультации со старожилами. Мария проделала большую работу. По ее словам, цель проекта – показать красоту Галицына через его историю, факты и события. Впрочем, в программе конференции были не только доклады, но и викторина. Вопрос следующий. Дорогие друзья, что это такое? Что это такое? Пожалуйста, пишите в чате. Автор первого правильного ответа, он получит у нас призы. Предмет был найден в районе деревень Бушарина и Троицкая. Это недалеко от Шарапова, которая славилась одним промыслом. Организаторы не скупились на подсказки. У нас Светлана дала ответ, что это деталь от часов. Ну, почти верно. Это не деталь от часов, а это заготовка, это пластина, из которой высекали шестеренки для часового механизма. Традиционная краеведческая конференция продлилась более 5 часов. По ее итогам для социальных сетей подготовят ролики по каждому докладу, а посмотреть полную версию мероприятия можно уже сейчас. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».